Здравствуйте, дорогие друзья! Я возвращаюсь снова к испытанию печинной отработки. Вот она. А рядом у меня большой парогенератор, в котором совмещена буржуйка внизу, вот здесь, и титан, бывший для нагревания воды. Сюда я заливаю вот настолько воды, примерно ведра 2-3. Когда печку топлю, кран вот так закрыт. Когда наливаю, он открывается. И сейчас там видно, вон там вода. Где-то на уровне вот этом. Значит, вот отсюда выходит пар. Сегодня я собрал одну трубку с уголком. Вот там вверху. Здесь подается пар с помощью вот этого крана. В этом положении пар подается в отстойник, где вода собирается внизу, а пар идет по вот этой трубке, вот отсюда сверху. Входит он ниже, вот здесь, а сверху пар идет вокруг. Полыхающего огня вот в этих отверстиях нагревается дополнительно. И вот здесь снизу вверх под углом 45 градусов пар попадает в пламя горелки. Я уже проводил такие испытания зимой. Об этом есть видео. Но здесь была труба. Вот отсюда она шла под углом. Вот туда, где артистка из Абба изображена. Вот туда. Тяга была небольшой. Теперь я переделал трубу. Вот отсюда она высотой 4 метра. Плюс метр до горелки. Итого 5 метров. Тяга очень хорошая. Но у меня взорвалась асбестовая труба от перегрева. Поэтому я переделал вот такой промежуточный из огнеупорного кирпича. Здесь есть заслонка для регулирования тяги. Это я тоже новшество здесь сделал, чтобы оранжерея отапливалась дольше. Можно прикрыть тягу, и тогда огонь уменьшится. А сюда я буду подавать пар из титана. Производительность очень большая. Здесь стоит обратный клапан для защиты от взрыва. И я купил вот там сгон вверху. Вот эта гайка, которая вот здесь, вот она будет сгоняться на трубку, которую я сейчас изготавливаю. Сначала трубка завернется в этот угольник, потом будет состыковка вот такая в воздухе космическая и соединение окончательное. Сейчас я вам пойду покажу, как я делаю резьбу полудюймовую на вот этих железных трубах. Кстати, эти железные трубы скоро пропадут, наверное, потому что в домах ставят сейчас металлопласт, так что запасайтесь. Металлопласт сюда не пойдет, он расплавится. А вот полудюймовые трубы как раз в пору. Я хочу показать, как я нарезаю резьбу полудюймовую на трубах. Сначала под углом 45 градусов вы затачиваете здесь конус, чтобы был заход для плашки, а потом, прижимая плашку вот с этой стороны и потихоньку крутя, выходит стружка, и надо нарезать, ну, примерно 5 ниток резьбы. Вот так. Надо иметь плашку. Эту плашку, кстати, я сам делал, токарем работал в научно-исследовательском институте, все пригодилось. Теперь эту трубку я вставлю в промежуток и закручу. Вам покажу все. Окончательная операция. Я закрутил сначала вот на эту трубку вот эту длинную гайку, у которой внутри сплошная резьба полдюйма, на пеньку. А теперь контргайку я загоняю на пеньку, которую сейчас помазал
нитрокраской, вот этой кисточкой обмазал вокруг. Сейчас я эту гайку закручу, и на этом будет окончание. Наконец я вот эту контргайку прижал к длинной гайке, посадил на краску и на пеньку. На этом сборка паропровода, идущего вот от этого парогенератора, заканчивается. Паропровод идет к печи на отработке. Сейчас после обеда я начну испытание. Подписывайтесь, и вы будете видеть, как горит пар в пламени суперпечи на отработке.